Всем привет, с вами снова я, Зеденозавр. Я начинаю обозревать еще один мод для игры Майнкрафт. Итак, что ж, я перевел этот мод, как вы увидели в названии, поджигатель, я не знаю. Каждый может по-своему перевести, я его перевел так и буду так его называть, хотя смысл его называть какой. Итак, нам понадобится, что нам понадобится? Ну, для начала я попробовал тут немножко, чтобы знать, как, что делать. Тут нету дополнительного отдела для создания этих... Ну, тут потому что не блоки. Тут, в принципе, можно найти это все в оружии. Так как тут есть оружие... В основном, короче, создается оружие с помощью факелов. И основные предметы это факел и порох. Ну и, конечно же, верстак. Ну что ж, давайте сначала попробуем сделать... кого бы сделать? Ракета тут есть. Ну, в общем, все здесь состоит из факелов. Есть что-то вроде дробовика, который стреляет факелами. Они летают и устанавливаются. Так, есть еще одно какое-то модификация этого же оружия. И не знаю, чем оно отличается, если честно. И еще есть тут базука, что-то такое. Она стреляет вроде как. Стреляет и взрывается. И что-то типа салюта появляется из факелов. И тоже факелы устанавливаются. В общем, все делается. Это все нужно для того, чтобы быстро установить факел. Факелов несколько. И осветить себе путь. Ну, в общем-то, неплохой мод. Я его, думаю, даже оставлю в игре. Предыдущий мод мне пришлось удалить, не знаю почему. В общем, я создал другое сохранение. Я его назвал. Никак не назвал новый мир, просто назвал. Ну, конечно же, творческий, но это уже так. За кадром. Не думаю, это важно. Так, я чуть не знаю, как ее установить теперь, эту ракету. Или это что? А, это реактивный факел. Так, он ломается и создаются порох и факелы. Интересно, что это вообще такое. Странно. Не знаю, давайте что-нибудь, наверное, другое попробуем сделать. Давайте-ка попробуем сделать что-нибудь, чтобы сделать. Тут еще есть сигнал, сигнальная ракета, что-то или типа того. Факельная ракета, в общем. Ну и, в общем, это на этом все. Тут 4 вроде только предмета. Хотя, возможно, это видео выходит довольно поздно. Потому что выложили этот мод, появился довольно раньше. И к тому времени, как вы его смотрите, возможно, вы уже им пользовались. Ну, так уж получилось. Потому что раньше выходили другие видео по списку, так сказать. Так, вот, факел ракета. Что ж, давайте попробуем, что получится в этот раз и получится ли вообще что-то. Хотя, мне кажется, нужно его поджигать. Наверное, зажигалка нужна. Ну, давайте попробуем. А нет, 5 тут оружий, видов оружия. Ну как оружие? Это не работает. Или я не умею. Непонятно, не нашел описание, как пользоваться этими факелами, ракетами. Так, я что, то же самое установил? Или что? Так, ну что. Ладно, что-то у меня нифига не получается. Давайте-ка я пробую найти... А, блин, чтобы создать пушку, какую-то нужно добавить зажигалку. Вот я говорил, одна есть пушка, которая стреляет факелами. Еще какая-то ее модификация или что. И, в общем, чтобы ее сделать, нужно... Создать сначала пушку. Вот я выбрал все нужные. Это железо, дрова, доски, точнее, не дрова, и стекло одно. И сейчас, ну и порох, разумеется, я зачем-то еще раз взял. Так, в общем, вот так вот ставим ромбиком железом. И вот так вот, довольно сложная формула, но запоминающаяся. И вот получилась пушка. Давайте посмотрим, как она стреляет. Давайте посмотрим. Это вообще эффектно, особенно ночью выглядит. Кажется, как будто стреляет кусками огня. Но на самом деле устанавливаются факелы просто таким образом. Не знаю, пугают ли они зомби или еще что-то, или
если неверно направить на живое существо, то это существо подохнет нафиг. Так, еще есть одна модификация, нужно этот же дробовик соединить с зажигалкой. Вот зажигалочка, давайте посмотрим. А, вот базука. Вот они все в разделе инструменты, не оружие, а инструменты. Можно найти в творческом режиме. Ну, а можно самим создать. Для этого нужно знать рецепты, но я в основном показал вам все. Только базуку не успею, наверное, показать. Она довольно трудно делается. Ну, в общем, как-то так вот, такой вот получилась такая пушка. Я не... Ой, я базукой выстрелил. Блин, красиво. Мод действительно неплохой. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.